Слушай, такая реакция, это получается говорит о том, что она видит, что Рамушев еще до сих пор меня любит, испытывает эмоции.
ситуации, потому что по-другому это никак не объяснить. Значит, она уже настолько уже натерпелась, она настолько уже меня ненавидела, и она уже просто мне вот так показала свои эмоции. Значит, Ромашова есть у меня. Я вижу, как он на меня весь вечер смотрел. Я уже, мне уже плохо стало, я уже сюда ушла. Думаю, блин, думаю, Ромашов, что ты... Вот честно, у меня были такие мысли. Ромашов, что ты гонишь? Если ты начал новую историю с другой же девушкой, ну, так расслабься, ну, найди другую девчонку, живи с другой девушкой. Реально живи другой жизнью. Чего ты еще? Ты же понимаешь, это такая история, типа... Я хочу с тобой, да, начать новые отношения, я хочу с тобой быть. Но он все равно почему-то подтягивает и подтягивает. Зачем он это делает? Я не знаю. Ты же ведешься на это. Я не ведусь, я